СБУ совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов недавнего теракта в центре Одессы. Я напомню, 24 июля на улице Жуковского взорвался автомобиль «Жигули». Мощность заряда составила 600 граммов в тротиловом эквиваленте. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Одного подозреваемого в совершении этого преступления арестовали в зоне АТО, недалеко от линии разграничения. Он переселенец из Донецка, 93-го года рождения. Второй был задержан в Одессе. Он тоже из Донецка, и, как сообщает СБУ, оба уже дают показания. Говорят, что их действия якобы курировались из России. Подрывникам теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Вибух автомобілю був спрямований, за інформацією слідства, саме на дестабілізацію ситуації у регіоні, у місті, у зв'язку з тим, що зараз сезон літній, дуже багато відпочиваючих, і щоб для залякування громадян, мешканців Одеси.